Слушай, нафига нам уборщица? Да чтоб мамка не орала, что мы в комнате срём, потом не убираемся. Ты не любишь, когда она орёт? Нет. Ну вот и всё, всё. О, какой бардак. Батя, батя, хватит спать. Бать. Что-то нема бати. Может, сауный день бухает? Слушай, я весь дом вернул, перевернул, бати нема. Нафига себе, что это такое? Я все понял. Ну и что ты понял? Я ничего лично не понял. У бати появилась любовница. Как ты думаешь, какого она размера? Здорово, детки. Вот эта тетка. Наверное, батина любовница. Слушай, как ты думаешь, нафига нас батя отправил к Апатычу? Наверное, гряды будем полоть помогать. Слушай, надо сказать ему, чтобы он дом на меня свой переписал, а то состарится, куда этот дом денется. То есть я тут вообще не при делах, да? Слушайте, а американка чем-то напоминает клубнику, может она съедобна? Ты что, серьезно, потом из туалета не вылезешь? Ой, ёжик, ты оказался прав, где кусты? Мне надо кусты срочно, я срать хочу. Вы что, офигели? Тут заяц срет вообще-то. Я сейчас кому-то дам, ты не забывай, что я старше тебя. И вообще, мы пришли только потому что... Ой, опять? Да что ж это такое? Ладно, я вернусь, продолжим. Пусти меня, я еще в наследство не вступил, чтобы помирать. Бфф, дядя. А, куда? Это ж мой будущий дом, куда вы полетели? Стойте. Интересно, где он мог так нажраться? Мы же всю его водяру спрятали. Блин, дядя, оказывается, сделал. Он сказал только покрасить скворечники и все. Да в принципе, зачем их красить? Они и так хорошо выглядят. Давай мы скажем дяде, что мы справились с его заданием. Слушай, по-моему, это не лучшая идея, если доски погниют. Нам хана, дядя Копатыч, что нам делать? Слушай, пока он не проспался, давай быстренько все сделаем и все. Ёпарасы-то. Ёжик, ты был прав, доски действительно погнили. Ну ладно, может сейчас покрасим, будет лучше. Блин, лучше не стало, пошли лучше отсюда, пока он не проснулся. А то еще батя расскажет. Слушай, может он ничего не заметит? Наша бабушка вас предупреждала, что лекарство будет горьким. Ёжик, ну вот нахрена тебе это старое барахло? Это вообще не мое. А чье? Моей хозяйки. А вы это тебе надо? Конечно, я срать хожу-то. Слушай, пошли батю навестим, заодно спросим, что это такое. Я недавно у него был, зачем? Здорово, батя, ты опять любовниц для кого-то делаешь? Что же Дюше подарить? Это хрень какая-то, надо выкинуть. О, короче, шляпу от старого торшера подарю. Ёжик, давай быстрее, пошли к Нюше, жрать. Я не могу, я не выбрал подарок. Я хочу подарить Нюше кактус. Но не могу выбрать, из какого наливку вкуснее делать. Сначала решать, бери вот этот зеленый. О, я из него сок выжимаю, он самый вкусный получается. Нет, вот этот я оставлю. Ну бери вот этот. Не. Вот этот на мою бабушку похож. А откуда вообще у тебя берутся кактусы? А, вон тот зачетный, посмотри. О май гад. Не, такой только для клизмы подойдет. Нет, из этого только иголки для шприца делать. О, этот на мою бабушку похож. О, этого только в задницу вставлять. Слишком кучерявый, а это вообще на огурец похож. О, это вообще зачетик. Мы походу заблудились. Люди! Ой, мы даже не получили дом Копатыча в наследство. Мне кажется, меня засасывает. Эй, даже не вздумай, что я бате скажу. О, летающий навигатор, посмотри. Здорово, у тебя есть топор? Баран, что-то случилось? Я не могу, у меня геморрой, мне нельзя тяжелое таскать. Ты делаешь, Леш? Что ты несешь? Нахрена ты нас вообще всех разбудил? Ты скучаешь по нашему младшему братику? Я за него переживаю, мне кажется, ему там очень без нас даже скучно. Может, пойдем лучше прогуляемся? Да ну, посмотри, сколько тут у бати интересного хлама. Что это за хрень? Получил фотографии Нюши с выпускного? Да, получил. Сейчас я тебе видос скину. Слушай, Ёжик, как ты думаешь, Биби получил нашу фотографию? Потому что уже как неделя, а он все не отвечает. Батя волнуется. Может, с ним что случилось? Что фига я тебя послушался, я бы сидел дома. И ты, дурацкая посудина, ну-ка быстро открывай двери. Он же задохнется. Здесь командую я. Ничего открывать я не буду. А ну живо открыла дверь бати, пока я тебя на металлолом не сдал. Ну открой, если ты не откроешь, мы станемся сиротами. Ты, видимо, тоже за борт захотел. А ну живо открыла дверь. Короче, еще 4 ведра и бассейн заполнен. Что это такое? Да ёпарас, это такой тяжести в туалет захотелось. Там, наверное, чупакабра сидит. Так вот какая она чупакабра. На барана похожа. Офигенно, я из-за тебя нос сломал. А, это что за Зоя Космедемьянская? Хрен ее знает. А барана что, с работы уволили, что он тебе шмотки не мог нормальные купить? Вам мой образ. Прямо как уж молчи. Раз ты у нас теперь звезда, значит тоже будешь летать. Дюша, наша полетела и всех ш...
преодолела счастливого пути в Голливуд. Мы самые быстрые и самые крутые, правда? Ты только заранее говори, когда поворачивать. Поворачивай. Что? Поворачивай. Нихера не слышу. Дай дом, поворачивай. Нифига, Крожик, где ты такой дробовик достал? Да батя дал. Ненужный хлам у него был, вот он мне его и дал. А что мы с ним будем делать? Да хочешь, по воробьям будем стрелять? Вот смотри, отходишь на шаг. И, например, ты у меня будешь мишенью. Иди ко мне. Да задолбал ты меня на опыты ставить. Давай я очередь теперь. Ну давай, давай, догони меня, давай. Крошек, плохие новости. Крепись. Твой зуб выпал. Что? Где мой зуб? Крош, ты только это, по ночам ко мне не ходи, обосрусь от такого. Господи, как долго эту сраную морковку еще тащить? Слушай, пошли к бате сходим. Ну пошли. Нихера себе, ты куда его забросил? Нихера себе у него выдержка. Дядя Копатыч, ты не сломал наш мячик? Нихера у тебя бандеролька, это ты чё, Деду Морозу решил отправить? Ну как бы, да? Ёжик, ты чё реально веришь в Деда Мороза? Конечно, я с ним бухал в баре. Напомни мне, а где я был в тот момент, что ты с ним бухал? А нечего было бухать до потери памяти. Ты нажрался и под стол завалился. Расскажешь бате, я скажу дяде Копатычу, кто брал его коньяк. Что ты делаешь? Пойду ловить это алкоголика. Все, зарядка есть, что там дальше по списку? По расписанию у тебя водные процедуры. Ты где-нибудь пруд видишь? Надо бы найти сначала речку, а потом уже мыться. Ой, я нашел, надо бы их включить полностью. Ты что, сдурел? Ого, ни хрена себе как полило. Все, я помылся, пошли дальше по списку. Крош, мы забыли выключить. Кого? Да воду. Она ж там льется. Да забей, лето на дворе, все должны окунаться и полоскаться. Ёжик, у нас что, потоп в лесу обзавелся? Ёжик, ну это ж я виноват, что не выключил воду. Ну ты же всех спас. Ты герой.